провести серьезное восстановление данных. Справишься? Зависит от уровня временной аномалии этого места в корреляции с событийным охватом самого разрыва. Если вихрь достаточно силен, чтобы создать возвратный поток, тогда теоретически, если данные существовали когда-то, они существуют всегда, сэр. Ты сама как поняла, что сказала? Думаю, я смогу восстановить данные, сэр. Вот это уже понятнее. Так и продолжай. Шире шаг!
Коллинз. Я отправил ее сюда. Мне казалось, нам надо расстаться. Боялся, что кто-нибудь узнает. Процедура может вызвать серьезные пространственные искажения, сэр. Вам лучше выйти наружу. Росс, здесь много есть. Стройтесь, мы выступаем!
Лич! Как поживаешь, Дэви? Удалось выспаться? Да я тебя живьем сожру, ублюдок! Видимо, нет. Мы закроем разрыв, Арнольд. Либо убирайся с дороги, либо мы тебя прикончим. Меня устраивают оба варианта. Проклятие!
Я простираюсь перед пятиликим владыкой Парвати, украшенным узорами, сияющим как бриллиант. Начнем стандартную процедуру? Ага, как и в Глэмис. Билли и Роулингс очистят местность. Этого мало. Я вам говорил, тут все не так, как обычно. Здесь на данный момент действует операция «Печать Господа». Не надоело вам, Дэвин? Каждый раз, как нам удается установить контакт с кем-то более великим, чем мы, ваши хозяева посылают вас уничтожить это. Никогда не задавался вопросом, почему? Что ты за маг после этого? Кол, он следит за нами, черт возьми. Сделай что-нибудь. Есть, сэр. История. Каждый раз, как обнаруживаем какую-нибудь долбанную древнюю силу, какой-то засранец в Лэнгли хочет, чтобы надели на нее намордник и привели на поводке. Нет, мы пытаемся сдержать ее. А это что за херня? Ты мне нужен. Рос, не ходи. Иди к чему сказать, все остановить. Я должен родить меня. Быстрее! Там же разрыв!